Московской школе номер один собрались самые модные, творческие и креативные личности. Здесь в День экологии состоялся городской конкурс моделей, созданных руками школьников из бросового материала. Это совместный проект ребят из движения «Первых» и регионального оператора «Бийской зоны». А началось все с обычного эко-урока. Когда я шла к ним на урок, мы даже не подразумевали, что это выльется в такое большое мероприятие. Современных детей очень интересует тема экологии. Они очень активно включаются, предлагают свои креативные идеи. Дети и молодежь интересуются модными показами и кутюром. Поэтому мы разработали концепцию создания нарядов из неперерабатываемых материалов. Школьники должны были не только самостоятельно изготовить модный образ, но и создать презентацию. Проект оказался настолько популярным, что поучаствовать в нем решили и воспитанники детских садов и Дома творчества. Так на красной дорожке появились летний бриз, кутюр от курочки, Дон Жуан, балерина, звездочет. Учебный год закончил, но тетради по-английскому мы решили не выкидывать. Все они на наших костюмах. Дорогие телезрители, в этом сезоне модны вот такие экологические сумки. Они сделаны из разных предметов. Я жду заказов. Принимайте! Почти три десятка моделей. Посмотреть модный показ собрались не только группы поддержки участников, но и жители города. Прекрасное мероприятие. Мероприятие для творчества детей, для их развития. Это очень не хватает сейчас современной молодежи. Я удивлена. 84 года прожига, такого не видели. У жюри глаза разбегались от парада моделей, ярких красок и невероятной фантазии юных бийчан. При создании нарядов они использовали полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики, салфетки, газеты и аудиодиски. Участники конкурса нас так удивили, что можно из вторичного сырья сделать такие костюмы. Ну, я вот лично просто в шоке. Все участники конкурса молодцы. Вне зависимости от результатов все получат призы. Кстати, о призах. Региональный оператор постарался. Здесь было за что побороться. Эко-боксы для сбора пластиковых крышечек. Их ребята смогут установить в своей школе. Сертификаты на участие в игре «Охота в темноте» и суперприз – акустическая система с функцией караоке. Третье место заняла Мария Ермакова из Дома детского творчества с костюмом «Летний шик». Второе место у Дарьи Захаревой, гимназия номер 2, и ее образ «Ночной красавицы». Первое место Анастасия Манылова и Виктория Гришина с нарядом «Круэлла» из кадетской школы. Абсолютный победитель Алина Белоусова из первой школы с платьем «Эко-классика». Завершился праздник вкусно, мороженым. Олеся Бедрева, Сергей Бертман. День с толком.